Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Имба, и сегодня я вам покажу, как в Mountain Defense через один интересный баг проходить максимально быстро данную кастомку. Давайте поставим паузу, чтобы время не считалось, я вам просто быстренько расскажу, как это работает. Скорее всего, на момент выхода видео это уже может даже и починят. 26 апреля сейчас я записываю для вас специально. Если это завтра выложу, наверное, 27, если это еще не будет пофикшено, так что, пожалуйста, пробуйте, играйте, пишите в комментариях свои рекорды. Ну а баг заключается в следующем. Дружище, вспомни свой самый эпичный замес в доте. Вспомнил? А что, если за такой замес тебе предложат еще и халявную шмотку? И ведь предложат! На Epic Loot вышло крупное обновление, в котором добавили эпичный замес под пивасов против Dead Insider. Тебе всего-то нужно победить за бару, добежав до SF-а, или наоборот, SF-ом сбить кайлом бару. Все просто, затащил миникатку и зафармил души. А вот за них уже тебе насыпят эпичный дроп, реальный, который можно вывести в свой Steam. Помимо этого, на эпиках тебя ждет новый БП с простыми заданиями. Каждый 15-й квест, кстати, дают реальную аркану. А за 60-е задание получишь ДК-хук или плечи на SF-а за 12к рублей. Нужно больше? Тогда залетай по моей ссылке под видео прямо сейчас и получи промо на дополнительную попытку в мид-батле и 15% бонусом к пополнению баланса. Так что, за XC или под пивасы, выбирай. Нейтральные предметы, которые, точнее не нейтральные, а предметы, которые вы можете апгрейдить, их можно через курьера, вот смотрите, пишу. Ассаут Кирас 8 уровня за 0 копеек, пожалуйста, купили. Теперь давайте возьмем Тараску 8 уровня, давайте возьмем Батл Фури 8 уровня, к примеру, пусть у нас еще будет... Голд Армлет 8 уровня и Голд Броня, допустим, 8 уровня. Ну и сюда еще можно включить какой-нибудь Сатаник 8 уровня. Пожалуйста, вот у нас фура. Если что, вот минус Голд, 1, 2, 3, 4, 5, не работает, да, не работает. Доставили себе эти предметы, все, мы суперсильные. Побежали, у нас уровень уже посыпался. В принципе, наша задача выфармить максимально быстро. Скорее всего, где-то, сейчас вам скажу точно, какой нам нужен уровень. Нам нужен уровень через периодический урон и 75. Да, вот неуязвимость от Enrage, в принципе, чтобы... Не неуязвимость, точнее, а Enrage может сработать это так с шансом в 5%. Вот это вот для нас будет прям вообще максимально топчик, потому что... Через эту пассивочку можно последнего босса просто уничтожать. Так, давайте возьмем Enrage, нажмем, погнали, тебя убьем. А, мы тебя еще не пробиваем, да? Ну, ничего страшного, сейчас мы тебя настакаем и, в принципе, пробьем. Так, все, есть. Ну, как видите, уже первая минута игры, а мы уже, в принципе, находимся на последней базе. Так, крипы нас здесь не пробивают. Замечательно. Давайте настакаем себе. По идее, если он нас не пробьет через ульту. А, не, он нас, в принципе, с руки не пробивает. Можно будет, да, с ним сейчас пообщаться вообще без проблем. Сейчас мы до какого-то порога на нем настакаем. И, по идее, в какой-то момент у нас уже будет урон. Вот 25 уровень нам бы получить. И будет замечательно. Так, нам сейчас главное не умереть. Так, вот периодический урон от пассивочки. От пассивочки, все, он наш. Парень умер. Единственное, что я не уверен, что мы сейчас сможем фармить на вот этой локации. Ну, как вам на второй минуте уже находиться на последней локации? Так, давайте возьмем Аганим. Съедим и шард. А шарда у нас еще нету, да? До шарда еще целых 2 минуты ждать. Слушайте, ну, можно попробовать, в принципе. Давайте возьмем с вами дизоль. Да. Пока, к сожалению, не можем. На байбек и погнали. Пока, к сожалению, не можем. Давайте уберем Тараску и будем тут, в принципе, выфармливать. Нам нужен уровень. Нам нужен 45-й вроде бы здесь. Мы возьмем с вами видасик. И после этого можно, в принципе, уже бежать на больших... на последнюю локацию. И там спокойно
А, нет, стоп, 45-й здесь я могу есть, а на той, если не ошибаюсь, на 60-м. А нам нужен 70-й уровень. 75-й. На 60-м уровне мы спокойно сможем фармить. А, здесь. И дальше уже побежим. Ломать здание. Самое длительное, это, конечно, тут будет сломать нам товара. В принципе, ломается быстро. Но вот... Трон ломается где-то минуты полторы-две. Ну и плюс шардик. С шардиком будет вообще прекрасно. Шард здесь измененный. Применяет overpower в области. Короче, я бью одного, а он стакается в области. Я, кстати, не уверен, апается ли вот эта вот тема. Вот мне интересно, апается ли она за счет всяких магических усилений. Урон 10% недостающего здоровья противника. Ну, в принципе, этого достаточно. Я не думаю, что там будем сильно заморачиваться. Я вот повторюсь, что проходил. Так, 45 уровень. Давайте медасик возьмем 8. Доставим. Так, и шард есть, да? Найс. Вот, смотрите, шардом я бью сразу теперь по всем. А вроде бы с 45-го, да, я могу? Нет, еще не могу. Ну, по идее, я уже могу выйти на тех. Хотя 50-й уровень. Вот, давайте 50-й возьмем. Фьюри свайп может оглушить. И чтобы уже на верочку, а то я там байбекался. Чтоб не просидеть 10 лет в таверне. Хотя там 6 секунд можно было подождать. Полтосик возьмем, чтобы станеть под фьюри свайпами. Вот, все, через свайп может оглушить. И давайте теперь попробуем. На всякий случай переложим Тараску, чтобы нас не шотали. О, не-не-не, это долго. Это супер долго. Нужно больше урона. Затестить надо было насчет того, апается ли... Апается ли у нас урон... О, могу есть, наконец-то. Апается ли у нас урон от фьюри свайпов через магические предметы всякие? Через магические... Ну, через магические какие-то, кстати, вроде не апался он у меня. А вот периодический урон апается. Это точно. Можно будет, кстати, да. Давайте возьмем. Возьмем себе магические криты. Так, ну здесь, кстати, можно уже, в принципе, взять Октарин. Так. Октарин 8 уровня. И забавно, что это работает все через именно курьера. Так что имейте в виду. А с Октаринчиком поярче все пошло. Сейчас будет медасик кадешиться всего лишь 18 секунд. Единственная проблемка то, что играем без нейтральных предметов. Это, конечно, не круто, но что есть, то есть. Нам самое главное максимально быстро взять 75 уровень. Давайте сагрим сразу всех, чтобы в области больше бить. Ой, как прекрасно это выглядит. Идите сюда, и выйдите, и выйдите, и выйдите, и всех. Найс. 67 уровень, фулл слоты, 8 минута. Я считаю это прекрасным. Я до этого тестил, старался до 100 уровня максимально дофармиться. Мне это получилось на 18 минуте. Но, как показала практика, 100 уровень тут и не нужен. Я думал сыграть через то, что overpower может мгновенно убить. Но, по факту, меня босс шотнул. Но вот настаканные фьюри свайпсы на нем
его-то и добили. Так, 73-й. Да, в принципе, я думаю, даже на бесконечной земле не нужны. Мы довольно быстро тут фармимся. А, ну вот сейчас я медасик юзну. И да, все, 75-й есть. База, погнали пушить. Так, пока мы бежим пушить, нам нужен enrage с 5%. Здесь мы поставим вот так. Здесь вот так. Это нам не надо. Это нам все не надо. А вместо этого можно, кстати, рапиру взять. Дивайн рапира 8 уровня. Тихо, 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 пацаны. А, сносится очень быстро. Энрейдж нам хорошо помогает жить. Жалко, еще не работают на этого. На здание не работают Фьюри Свайпсы. Так, знаете, что нам нужен? Нам нужен Сильвер. Сильвер. Нам уже все не надо. Чтобы мы просто Сильвера тыкнули по нему. И продолжили настакивать. Я, кстати, наверное, возьму... Ну ладно, не буду. Главное, чтобы нас он не шотнул. 230. Отключили ему пассивку. Все, он, по идее, сейчас должен потихонечку умереть. Так, давайте возьмем Bloodstone. Да, вот он спокойно умирает. Усиливается от этого урон, нет? А, все-таки одного недостаточно, да? Не успеет. Не догорит? Эх, чуть-чуть не догорел. Ладно, погнали. Сейчас, в принципе, да, можно даже... Попробуем. Я не уверен, что это работает. Иди сюда, друг. Блин, 12 минут. Можно было бы быстрее, на самом деле. Ёб твою медь. Ну вот, он сгорел. Да, Bloodstone это работает. Bloodstone работает. Там урон определенно больше был. Ну что, вот так вот за 12 минут, в принципе, можно пройти на урте. Пожалуйста, пользуйтесь, играйте, развлекайтесь. Такой коротенький видос. Возможно, я сюда добавлю еще какого-нибудь героя сейчас. Рекорд у нас был 4.20 с чем-то, да, получается? 4.20 с чем-то. Так, вот это мне надо. Вот это мне надо. Battle Fury мне нужен. Ну и закупается по всю по ноль. Хёртараска нужна. Кая Саша. О, нет, Кая Яша. Кая Яша. Так. Типа ты закупаешь моментально, да? Уровень. Да, все понятно. Наливай. Имбова. Ну так неинтересно. Ну баги, баги, пацаны. Интересно. Пойду пока разрабу напишу, чтобы пофиксил. Надо, Влад, он пускай увидит видос. А видос я уже на завтра записал. А, мы уже показали, да ладно, уже все. Мы уже показали, не надо уж показывать. Что мне тут не надо?
Не отключается армлет. Армия для опыта, там так нужно. Да, мне для опыта больше надо. Мне надо замаксить. Кому поддается Игорь? 30 уровень, короче, нужен. Так, кто статов бьет больше всех? Сало или ОД? Сало, конечно. Там сало, это интеллект порулит очень много. Не, проблема в том, чтобы убить. Слушайте, босса, а вот это неуязвимо, да, она? Или ее можно пушить? Не знаю. Ну, давайте попробуем. Так, это мне не надо. Так, вот так. Давайте еще одну рапиру возьмем. На, через F5 и только через курьера, да? Mm-hmm. Весело. Нет, через курьера просто. А, то есть так. А как тебе на это наткнулся? Ну, вот видел, так. Наверное, не на этом. Как-то Дискорд так. Канале. Да, цель неуязвима. Но это все равно тут почти все время ты сидишь, просто ломаешь постройки. Двумя рапирами это делается явно быстрее. Нет, вот, блин, крипы опять все порят. Ты думаешь, он тебя шотнет на вышке? Вышка, да. Только не 28 тысяч. 500 тысяч. Там армора сколько у Влада? Не, у тебя хп. Ну ладно, риск это так. А Тимок универсал, что ли, тут? Нет, ловкач. Сильвер купи. Что, на 4 минуте закончишь? Да вряд ли. Что, без сильвера пока не закончится. Скажи, у вышки есть какие-то пассивки, которые сильвер можно было бы отрубать? Нет. Плюс. Не, антимага выглядит самым сильным. Да, быстро. За 3 захода. Может, сможет 4. Так, так, так. Ждем. Ой, кастуйся! А чё она не кастуется? 4%! Где мои 4%? А чё конкретно 4%? Ой. Ай-яй-яй. Разбежались. Ну, за минут 5, думаю, ты убьёшь точно. А, вот что мне еще надо. Что? Точно. Ну хоть разочек, кастанись! Ты его тоже можешь ударить сам же. А когда она кастуется, там разве не талант, что она кастуется автоматом? А гоним же нужен! Горячо не кастует, загоним его. А думал, что он не кастовал. Я так кривой какой. Сразу встану. Все. И себе. Меньше 5 минут. Можно еще быстрее.